Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали иностранное судно за ведение незаконного промысла водных биологических ресурсов в российских водах Японского моря, сообщает пресс-служба ведомства. Иностранное судно было задержано пограничным сторожевым кораблем «Командор» береговой охраны. В момент обнаружения члены экипажа в количестве 22 человек осуществляли подъем крабового порядка. В связи с тем, что капитан судна предпринял попытку скрыться от преследования, высадка сотрудников на борт для его остановки осуществлялась путем беспарашютного десантирования с вертолета. В ходе осмотра судна пограничниками было обнаружено более 800 килограммов приготовленной наживы – рыба-сельдь. Из воды поднято 179 крабовых ловушек, расставленных браконьерами. 3195 особей живого краба-стригуна красного было выпущено в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба составила более 2 миллионов рублей. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении. Судно-нарушитель доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение.